вечер это Estet Fashion Week, и у меня замирает сердце, потому что я сейчас стою с уникальной девушкой. Это, я права, что ты, Алис, ты альбинос? Да. Это безумно красивая девушка, она модель, и вот это все настоящее, представляете, блондинка настоящая. Я блондинка? Нифига, она. Расскажи, пожалуйста, про то, что являлось самым ярким моментом в твоей творческой деятельности. Самый яркий момент в моей творческой деятельности у меня еще впереди, я на это надеюсь, потому что хочется создавать больше, лучше, интереснее. На самом деле, ты права, но то, что было в прошлом... В прошлом, пожалуй, подводные съемки. Подводные съемки. Вот, да, то, что я научилась плавать под водой, я научилась позировать под водой. Это достаточно сложно, даже недостаточно, а очень сложно. Вот, но я теперь считаю себя в этом профессионалом. Хорошо, а сегодня ты участвовала в показе. Какой да. дизайнер? Тебе нравится платье? Конечно же, мне нравится платье. Я участвовала в показе у человека, которого я очень сильно люблю. Это Надя Шибина. Вот, это творец вообще абсолютно всех сказок в моей жизни. И ты вообще сказочно, ты смотришься очень-очень гармонично в этом платье, как какое-то существо, создание, ангел, эльф, который появился на нашей планете случайно и нас радует. А кто у тебя друг самый главный? Мой друг – это Бэтмен. А можно поподробнее нам? Это Бэтмен, лучший ну, друг. Ну да, Бэтмен – лучший друг, он всегда со мной. Ему можно доверить любые тайны. Вот, ну и в случае чего он приходит на помощь. А он тебя часто выручал в каких ситуациях? О, да в любых, ну хочется кушать, тут Бэтмен. Вот, доставка еды, а хочется купить себе что-то новое, можно заказать, Бэтмен поможет. В общем, Бэтмен спасает даже в тех случаях, когда все остальные не спасают. Кроме того, он самый лучший мужчина, он ходит со мной на шопинг. Слушайте, эта девушка просто какой-то космос и волшебство. Я по-другому не могу сказать. Как ты относишься к моим этим ощущениям по поводу тебя? Мне безумно приятно. Просто безумно приятно. Это шоу Woman's, это волшебная девушка, модель, которая сказала только свое имя и больше ничего. Меня зовут Алиса Лис. Вот так. И мы счастливы, что мы взяли у нее интервью. Класс. Спасибо огромное, Алис. Вам спасибо.